Что можно посадить в апреле, будем разбираться уже прямо сейчас. В нашей студии появился специальный гость, это Ирина Сапрыкина, увлеченный садовод и автор нашей одноименной рубрики, дачной рубрики, поэтому рада приветствовать вас в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро! Слушайте, а в апреле-то не поздно что-нибудь посадить? В апреле не поздно. Апрель – та пора, когда садится большинство цветочных культур, когда еще не поздно посадить даже томаты и перцы. Угу. Поэтому, в общем-то, апрель – это действительно горячая пора для садоводов. Ну, Ирина, расскажите по своему опыту. Я знаю, что вы раньше срока посадили чего-то там, да, и у вас уже сейчас уже буквально перерастает все. Всегда ли так бывает? Ну, всегда так не бывает, хотя, в общем-то, да, какая весна, ранняя, поздняя, от этого много что зависит. А я маленько промахнулась с перцами. Действительно, их можно сажать даже и сейчас. Я посадила 1 марта, потому что уезжала из города и вынуждена была посадить чуть пораньше. И некоторые растения даже уже набрали цветочки. Я вчера обнаружила, расстроилась. Ну, что делать? А с цветочками нельзя пересаживать? С цветочками чем плохо? Растение переходит в генеративную стадию развития из вегетативной. А оно должно расти и расти. Вот мы читаем на обратной стороне пачки с семенами. Рост, допустим, данного перца – метр. А если оно зацвело у вас уже в стаканчике, то оно дальше расти уже не будет нормально. И оно не отдаст того урожая, который могло бы отдать по сути. А дома это нехватка солнца, не совсем тот грунт, да? Да, и оно начинает зацветать дома. Большинство растений начинает зацветать. И вот такие малюсенькие могут появиться. А это нам что? Это нам не нужно. Да, потому что им тесно становится в стаканчике, а перец понимает, тесно, условия ухудшаются. Надо успеть родить, размножиться, оставить потомство. И начинает цвести. Хорошо, вернемся к апрелю месяцу. Что здесь у нас? Все-таки, вот вы сказали про цветы, да, можно даже томаты для тех, кто не успел, опоздал. А что уже поздно? Вот я сейчас скажу, что, во-первых, такую нужно сделать ремарку. Томаты и перцы все-таки уже сейчас нужно сажать раннеспелые, ультраскороспелые, ну, среднеранние можно. Для поздних все-таки уже действительно поздновато. А уже нельзя, например, посадить вот бегонию. Бегонию из семян я садила в январе. Некоторые садят в декабре, в ноябре. Но вот это вот растение разовьется к маю, когда мы уже там к концу мая будем высаживать в открытый грунт. Она такая нежная у нас. У них листья там вот такие, да? Да, у них огромные цветы. Сорт бегония Делюкс, которая вырастает. Бегонию мы все знаем, да, Жили? Там больше метра, шикарное дает цветение. Ее сажать уже поздно. Многолетняя штука, да? Да, нет, ее сохраняют этими клубнями. Ну, клубнями да. Все равно зимой. Потом в холодильнички, достали. Вот сейчас, весной себе напомнит. Да, сейчас эти клубни доставать самое время. Вот, например, вот это вот растение из клубня можно сейчас, если вы забыли достать в марте, еще не поздно достать и посадить в землю. Оно тоже вот начинает развиваться и тоже даст хорошее цветение летом. Ну а какие же овощные культуры можно высевать уже на открытой грядке в апреле, например? Ну, мы позавчера... Чеснок какой-нибудь там, да? Позавчера мы были на даче, конечно, на грядках еще лежит снег, но с такой погодой, как у нас в этом году, я думаю, что через недельку-другую снег сойдет, почва созреет, то есть подсохнет, в ней начнет развиваться вся вот эта микробиота, червячки, микроорганизмы. И туда запросто можно посадить холодоустойчивые культуры, типа редиски, всем нам известные, шпинат. Шпинат как раз весной и нужно сажать, потому что летом он начинает цвести быстро, а сейчас с ним омлетик замечательный можно сделать и так далее. В сливочках там потушить. Да, вообще шикарно. Слушайте, Ирина, а вот ходит такое поверье, значит, среди садоводов, что обязательно надо весной приехать, взять лопату, открыть теплицу и туда снега накидать. Это святое дело. Это вообще надо, да? Это святое дело. Мы это делали как раз в одном из сюжетов, которые уже вышли в моей рубрике «Удачные советы». Накидывали снег. Снег надо кидать. Это очень хорошее дело, потому что мы ведем свою сельхоздеятельность, особенно теплицы. Это закрытое пространство. Снег там, дождь не идет летом. Промыть землю от солей, которые вследствие употребления всяких минеральных удобрений там скапливаются. Сезона, Дистиллированная вода – это благо для растений. Скажите, а если у садоводов, может быть, какие-то приборы, а как проверить, готова ли земля? Вот говорят, о, земля еще мерзла, еще холодно высаживать. Там, вот сегодня мы про картошку говорили, что кто-то на майских праздниках сажает, если сажает, погода, значит, позволяет, а кто-то в конце месяца выезжает на поля. Вот у вас как по практике? Да все это очень просто. Покупаете обычный почвенный терминал.
термометр. Их сейчас огромное множество. Это вот как вот на примере вставлять в кусок мяса, что ли? Да, типа есть того, и да? такие металлические со штырем. Он якобы измеряет pH почвы, освещенность поверхности какой-то и в том числе температуру. Там как раз нужно мерить на глубину штыка лопаты, где корни той рассады, которую вы высаживаете в открытый грунт. А какие должны быть показатели, чтобы выращивать? Показатели для разных культур разные. Томаты достаточно 12 градусов, лучше, конечно, повыше. А те же, например, перцы градусов 15. Для огурцов желательно 18 градусов, чтобы температура почвы прогрелась. А картошка? Вот. Ну, картошку, она в начале мая ее обычно садят. Да? Вот я картошку не сажаю, ну... Копаться должно, в общем-то, ей, да, я короче, думаю, когда что... есть свободное, как раз работа отпустит, да? Ну, видимо, да, видимо, дело да. такое. И вот этот вот термометр помогает нам понять, да? Ну, да, насколько прогрелась почва. Ну, говорят еще, что нужно высаживать тогда, когда уже плюс ночью, чтобы не замерзли, да? Ну да, растения. Важна температура воздуха, потому что у вас эти росточки появятся, их может прибить. Вообще мы живем в зоне рискованного земледелия, и поэтому мы можем померить температуру почвы, все будет идеально, посадите. А через неделю, бах... Снег и, да, и небольшой минус. И наши труды. Так называемые заморозки, которых или ой, как боятся за ночь, да, знаю. Садоводы. А что касаемо пикировки-то уже, она произведена у вас? Ну, пока еще нет. Вот как раз у меня томаты находятся в той стадии. Я люблю такие рюмочки 100-граммовые сажать, стопочки, как их назвать. И перцы, и томаты, и многие культуры я сюда высаживаю. И вот здесь уже стадия у этих томатов как раз появилась два настоящих листа. Сейчас их можно пересадить. С пикировкой, то есть прищипнуть более корень. Более вместимый да, горшок. Да, в 0,5, да, например, в пол-литра горшочек. Хорошо, но если мы возьмем, вот как это, такие есть у нас контейнеры, да, специальные, а если мы туда высадим эти помидоры, это плохо? Вот в стаканчике индивидуальный, понимаю. Ну да, мне так нравится. Многие выращивают для удобства, чтобы места меньше занимать на полке. Место в дефиците всегда на наших стеллажах, подоконниках, кто где выращивает. Садят в общих емкостях. Помидоры пикировку любят. От нарушения корня у них мочковатая корневая система начинает еще лучше потом разрастаться. Поэтому, ну, в общем, такая особенность. Ирина, а можно про вас сказать, что вот когда проходишь мимо вашего дома, вот там вот, вот живет, значит, у нас легенда. Ирина. Окно горит. А? Есть у вас тут эти вот лампы? Ну, у меня нету этих марганцовочного цвета ламп, потому что я считаю, что это, ну, как вот не совсем правильно. Маркетинг, да, вот это придумали, да? Да, да. У меня лампы полного спектра, стеллаж металлический, каждая полка, на ней две больших лампы, и просто как будто там космическая какой-то корабль, да, приземлился. То есть они круглосуточно при свете, ну, не круглосуточно, они 12-14 часов. На ночь я их выключаю, потому что ночью все спят, и даже растения. Слушайте, мне наоборот казалось, что их включают в ночное время, днем это так достаточно. У нас в Красноярске света. Вот вчера какой был сумрачный день, вы помните. Просто да. света и солнца вообще не было. Мы же не в Майами живем. Поэтому днем я досвечиваю. Многие стеллажи вообще стоят в глубине квартиры, не возле окна. Ночью растения спят. Единственное, круглосуточная досветка рекомендуется, вот, допустим, томаты взошли, первые 3-5 дней или перцы, да, досвечивать круглосуточно. Говорят, от этого у них урожай увеличивается. А когда наступит время азофоски? А за фоски время, это первая половина лета, это азотное удобрение с фосфором. И, собственно говоря, растения, все кустарники азофоской. В общем, химических удобрений не надо бояться. Вот это мое мнение. Главное, строго дозировать. Да, все как и указано на упаковке. Нашу удачную рубрику. Да? Потому что Ирина Сапрыкина является не только увлеченным садоводом, но и ведущей нашей рубрики с дачными советами. Сколько у нас еще работы летом, а, да, будет? А только начинается. Впереди сезон, очень много будет интересных и полезных серий, поэтому обязательно следите за ними в нашей программе.